Короче, экстрим запись, ребят. С утёсика там, который скрылся, этого, короче, не видно. Но здесь, за поворотом, сразу же идут камни. И идешь, грубо говоря, по прибойной косе вот туда. И еще там есть один такой участок. Это будет выход на косу. И мы почти до нее дошли. Здесь буквально 200 метров. Возвращаться, конечно, это будет очень обидно. Но есть матерое желание все это дело исследовать. Ну и опять же, показать дороги. Если есть этот путь от косы вдоль пляжей, то можно просто не идти через сопки ко всяким интересным местам, а идти просто вдоль. Так еще прикольно. Здесь море, а здесь бьют родники, и на тебя капает. Так, леденящие капельки такие. Но единственное, что говорю, вот наверняка, чтобы здесь вот так вот ходить, надо брать акватапки. Вот. Про что я вам говорил, просто из скалы бьет ручей. Пить пока нет желания. Вода с собой есть. Кушать тоже есть. Но мы идем. Ну, здесь отрезочек нормальный. Самое главное, преодолеть его будет вон там. Так что, ну, народ, парень не в белых кроссовочках, а в белых тапочках прокладывает путь. Погнали дальше.